Алматы готовится к праздникам. К 16 декабря центральные улицы города украсят в национальном стиле. Одновременно с этим идет подготовка к Новому году. Главная зеленая красавица уже зажглась на площади Абая. Какие еще мероприятия запланированы на этот месяц, расскажет Ардак Камал. Ко дню независимости центральные улицы Алматы украсят в национальном стиле. До конца этой недели все приготовления к государственному празднику завершат. В честь 24-й годовщины суверенитета Казахстана во Дворце Республики пройдет концерт с участием отечественных звезд. А 16 числа по традиции состоится церемония возложения цветов к монументу независимости. Сейчас ко дню независимости ведется монтажные работы по оформлению. Впервые, значит, запускается новое оборудование, световая иллюминация, которая будет размещена на центральных улицах города, в национальном орнаменте. Это улицы Аль-Фараби, улица Фурманова и Восточная Объездная. Город останется украшенным национальными орнаментами и флагами до середины января. При этом новогодняя тематика будет им сопутствовать все это время. Уже сейчас на основных площадях установили главный атрибут Нового года. Всего по городу появится 8 елей. Главное красуется на площади Абая. Кроме того, по традиции в Алматы пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление. Участников будут оценивать по 14 номинациям. Победители в конкурсе получают благодарственное письмо от руководства города и размещаются на рекламных конструкциях в городе. То есть вывешивается их фотография, сделанная в стиле Нового года, который вывешивается на баннерах уже после Дня независимости. А вот президентская елка пройдет в Алматы 24 декабря во Дворце Республики. На следующий день в цирке ребят с наступающим Новым годом поздравит аким Алматы. А в саму новогоднюю ночь главные праздничные гуляния состоятся на площади Республики. Ардак Камал, Искендер Тогуспаев, телеканал «Алматы».